Прошедшие теплые июньские выходные мотивировали выйти из дома даже самого заядлого интроверта. Но кажется, что многим жителям города просто-напросто стало все равно на свое и здоровье своих близких. Пляжи водоема в черте города были заполнены толпами людей, как итог, горы мусора оставлены отдыхающими. Перенесемся в центр города, район Кургана Бессмертия. Это видео снял наш телезритель в субботу вечером. Видно, что горожане живут бурной жизнью. Десятки машин, сотни людей, которые проводят время с друзьями. И заметьте, ни одного человека в маске. И вот итог отдыха горожан. Напоминаем, наш регион только на первой стадии снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции. О подобном времяпровождении даже говорить пока что рано.